И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Гусанёк, Угабога, Мистер Ликс, Флекс, Думыч, Геймер, Профит, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Здравствуйте. Всем привет. Всем доброго времени суток. Однако всем здравствуйте. Все пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Убегайте, убегайте, потому что я не включаю искусственный интеллект. Все, погнали, кто первый умрет, тот лох. Дима предупредил, что он выключает, а то, как всегда, по крысе. Ну да-да-да, но я так обычно люблю делать. Так, я вижу, Фокси довольно-таки уже быстро побежал. Эй, тихо. Опа, первый есть. Кто у нас лох? Угабуга. Угабуга молодец. И с каждого раза, кто будет убирать, я буду добавлять аниматроников. Поехали. Погнали, еще. Сразу добавляем еще. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет просто нереальное количество NPC-аниматроников. Я вижу, еще один там умер. Сейчас мы добавим еще аниматроников. Два уже надо добавлять. Подожди, он за мной, что ли? Так, тихо, мужики, успокойтесь. Так, давайте сюда. Тихо. Так, никого здесь нету. Давайте сразу ставим туда разные, будем ставить. О, это, кстати, да, тоже быстро. Да, два раза. О, я помню это прикол, когда они толпой убивают прям по несколько раз. Кстати, не только эти NPC, и разные NPC по аниматроникам так делают. Еще добавляем. Уже их много, ребята, уже много. И, кстати, они убивают на расстоянии. О, еще и еще ставим. Так, отлично. Добавляю, давайте. Ой, подождите, промахнулся. Ай, зараза. Все, убили, убили. Как-то странно, они долго убивают. Ой, ой. Давай как в прошлой серии. Я в логово попал. Давай уйдем пока быстро отсюда, далеко. Че? И быстрее. Еще ставим, раз убирают. Тихо. А, блин, да вы, блин, там катаетесь друг на друге, из-за этого меня убили. Так, ого, сколько людей умерло сразу. Так. Еще сейчас ставить буду. Просто они уже начинают нас окружать. На три. Чё? Чё за фигня? Ай, блин. Сказал, что расстояние убил. О, легко тебе? Ну да, это легко. А, ну все, сейчас, подожди, где ты находишься, сейчас мы посмотрим. В конце ролика, ребята, будем смотреть, кто больше всех умер, тот и будет проигравшим. Да, ну смотри, неужели это я буду? Смотри, со спины убил. Ну как так-то? Хорошо. Нет, Дима. На самом деле, пацаны, если я проиграю, то значит я поддаюсь. Я помню, что убивают. Ого, их там. А что так много людей умерло сразу? Да что такое? Вы там что, в логово попали? Ой, их уже реально очень много. Еще ставим. Еще много ставил. Чё? Да ё-моё. Апокалипсис. Апокалипсис аниматроников. Так. Вот это там сливаются все. Смотрите, вправо вверху написано смертей игроков. Они просто нескончанно идут. Думаешь, ты что там сговорился со всеми? Нет, я в самом начале умираю, их так много. Да, ну ничего, это же специально на спауне они стоят. Я не знаю, добавлять еще? Добавлять? Давайте еще. Не надо. Да ну а чё, надо? Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться и попасть в ролик, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Еще. Отпать меня там убивать. Вот это класс! Давайте, давайте! Все должны слиться, все должны умереть. Поздравляю, так, ты этого добился. Осторожно. У меня 32 штуки. 32 штуки, а у меня 31, да. Я не знаю, знаешь, какие штуки ты говоришь. Ну, Кирилл Геймер, для кого говорят? Я только что поднялся. Эй, вы чё, ну пацаны, ну мы же договорились. Вот тот, кто, ребята, будет наверху стоять, то значит он будет автоматически проигравшим. Я буду... Да, ты смотри, кто там стоит, все, сразу он будет проигравший, будем уже ему сразу последнее место назначать. На меня. Если бы я, конечно, бы ставил каждый раз, когда кто-то умирает, мне кажется, уже их тут было бы миллион штук. Ну, блин, жопу убил. Ну, некрасиво-то. На меня. И еще раз. А что, получается, когда меня вдвоем убивают, две смерти засчитываются? Там по несколько штук. Даже три, может. Ого, их там, смотрите, вроде по чуть-чуть ставил. Почему они убивают? Думай, смотрите, сколько раз умирает. Господи, это нереально. Ай, блин! Сзади! А у меня, смотрите, два раза убили. Ой, Думыч, ты что ты делаешь? Да. Говоришь хорошо, это они контролируют нами, да? Я уже понял. Ну ты что, не видишь, что они хорошо бегают? Мне даже игра помогает. Да они просто стоят.
Где они стоят? Они убивают, когда в это время стоят. Вот, все. А, вот, смотрите, проигравший у нас будет профит автоматически. А, хорошо. Только я вижу, что ты стоял там и не спрыгивал. А чё ж ты не спрыгивал? Конечно. А, ну все, все, мы тут стоим, пацаны. Ой, ой-ой-ой, ой. Ой-ой-ой-ой, их там очень много. Отлично, я немножко вырвался. Дима, беги. А, да блин, поймали. Сколько сейчас я раз умру? Они везде. Два, три. Три штуки. Ребята, это страдание. Поддержите нас лайкосиком обязательно, если вам нравятся такие ролики, где мы страдаем, лайкосики. О, что это за артефакты у меня в небе появляются? Ой. А это... Они на таком расстоянии бьют, это жесть. Ну да, вот смотрите, 3, 4, 5. Вот это же... А! Это же артефакты! Смотрите, ребята, артефакты на карте появились. Что за бред? Это потому что это... Как его? Аниматроников били, там вот на них кровь или... Вот эй, не бейте их! Да вы чё, а чё они так много раз меня убивают сразу? Они повсюду. Мне сказали, Дима. Так, сейчас я чищу карту, заново поставлю, только пацаны, не бейте их. Слезь! Ой-ой-ой-ой-ой. Это мне игра так сделала. Ай! Ой, наверное, у кого-то зависнет, если я их очистил. Не знаю, может у вас зависнуть или нет, когда вас... А у меня зависнет. Анимация смерти может зависнуть, да, я забыл. Ну ничего, пацаны. Бывает, перезайдете, если что, давайте, перезаходите. Все, я ставлю. Давайте поставим тупо всех одинаковых. Вот это быстрые они очень. Раз, два, три, четыре, поехали. Ой. Ой, один завис. Сейчас, стойте, стойте. Руками мотыляет. Да нет, стой, творите. Уходи, уходи. Ай, да за ноги схватил на расстоянии 10 метров. Что за бред? Саня, покатай меня. Да смотри. На расстоянии большом. Да что это? Да что? Саня, что куда вы делаете? О, отлично. Отлично, я ушел. Отдай мою мебель. Дай ему стул. Дима, знаешь? Дима. Да. Да они по несколько раз убивают. Это тот ролик, когда аниматроники выиграют, а не... Ну, по-любому, конечно. Я просто думал, будет легче выживать, а их видишь, сколько много. Это зоопарк какой-то. О, мистер Ликс там сливается просто. Нереально. Ты если видишь, что их там много, ты не возрождайся. Подожди, пока они все убегут. О, давай. Ага. Они не будут убегать, они будут рядом с трупом стоять. Нет, они уйдут. Они за другим игроком побегут. Ой, пока не убивают его, я убегу. Да смотрите! Ну, Фокси больше всех мне с этого пока нравится, он потому что быстрый. А, отлично. Сказать. Тихо, тихо, тихо. Здесь клеился еще один игрок у нас. Да они прям на спавне убивают. Тогда это вы расчет. Смотрите, он сейчас даже не успеет. Ай, за мной бегут. Они стоят, ждут уже, когда кто-то выйдет. Дима, это моя мебель, все. Тихо, да ты со своим стулом вонючий меня застормозил. Выкини его в окно. Да ну они на спавне стоят. О, кстати, ребята, в конце ролика мы их постреляем всех. Будем мочить их. Еще немножко поубегаем. Пистолеты возьмем. В них лучше, лучше не стрелять, потому что гаррисмот вылетит стопудово. А, да, я помню это. Короче, я понял, ты стоишь там, на тебе. Спасибо большое. Стоит, танцует. Так, а вы чё ныкаетесь? Ты чё? Давай стоять. Стоять, за то, что ты... За то, что... Да, вот тебе, нате, пацаны, его держите. Что это было, баг какой-то? Я случайно вообще... Убивают, убивают. Гусь, Саня, прощай. Ого, ты отли... Эй, ты чё летаешь? Ну я застрял в аниматронике. Я в аниматронике застрял. Я понял, я понял. Конечно. А, блин, поймали. И все, я сейчас раскидаю ваши стулья. Я за это ему стулья. Ай, блин. Так давайте пока хотя бы приблизительно посмотрим, у кого сколько смертей. Профит, тебе... Кстати, смотрите, у кого... Ага, у Флекса 54, 55, 57. У Думыча 92! 92 смерти. Это жесть просто. Да нет, они по несколько раз умирают. Ну все правильно, я ж так и хотел. А смотри, у меня он тоже два раза убили. Два раза. Это такие звуки. Щелк, 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 щелк. Вот и все. Так, че, пацаны, будем тут тусовать. А, нет, бежит, бежит. Быстрее, бегите! Бегите! Быстрее, он сзади! Быстрее, 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 сюда. А! А, толпа, толпа, сюда, 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 отлично. А, там тоже бежит. Сюда. Есть, я сбежал. Я сбежал. Себя не на расстоянии бьют. Да, в этом есть... А, окружают! Помогите, окружили! Да смотрите. Меня за жопу укусил. Аниматроника, выключайте софт. Они с этой, играют с читами.
аниматроники-читеры гоняются за нами. Отстань от меня, зоопарк ходячий. Ай, вот это раз, как убили меня. Склеился. Отлично, надо сразу бежать, нельзя стоять на месте. Давай сюда. Так, сюда. Представьте, если бы они еще быстрые были, они-то еще медленно бегают. А ты смотри, схватил все-таки. Дима. Да. У меня юбилей, у меня 101 смерть. Все, поздравляю тебя. Ууу, поздравляем тебя. Проигрыш. Да ну иди! Интересно, будет у тебя 200 смертей или нет? Давайте накопим. На. Да на, ты смотри, что делается. Хорошо, я сейчас поставлю медленных аниматроников. Сейчас отключу им этот... искусственный интеллект, чтобы они никого не убивали. Все, никого не убивают, пацаны? Нет. Никого не убивают. Все, я сейчас их очищаю и ставлю медленных аниматроников, посмотрим, что получится, если будем от медленных убегать. Сразу FPS поднялся. А, не, а у меня вообще не лагает. О, нет, они не убивают, они не убивают. Я просто отключил искусственный. Это ночь. Они не убивают? Да, они не убивают, вот давай проверим. Не, вроде убивают. Давайте проверим, хорошо, я согласен. Давайте на мне, у меня и так много. Нет, они просто стоят возле нас и все. Да я, видишь, проверял, гусенек, тоже шаришь, молодец. А сам не знал. Так, давайте тогда, подожди, вот этот быстрый. Да, вот это, кстати, нет. О-о-о. Фредди, давайте поставим толпу Фредди. Фредди вроде тоже не убивает. Они что, сговорились все? Да. О, а спринтрап? Он тоже не убивает. А, ну давай проверим, что-то я не верю. На мне. О, все, видишь? Да блин, они... Так тут что, так спака мало аниматроников всего убивает? А вот это, кстати, помедленнее, да, будет? Да, да, да. Все, тогда ставим их. Блин, извини, сейчас я тебе сделаю так, чтобы он тебя вот добил все-таки. Прощайте. Ну, три раза добил, ничего страшного. Ой, один завис. Сейчас мы еще здесь поставим. Так, кто будет стоять наверху, того... Я тебя убью. Я застроюсь. А мы же договорились, что профиту этот, профит проиграл, все. Да ладно, ладно, ладно. Ого, их там! Вот это толпа, ребята! Сколько же раз я сейчас умру? Это... Ой-ой-ой-ой-ой! А, помогите! Их там толпа, ребята, смотрите. Просто... Ой, бегут! Бегут, движение такое аниматроников. Вот на корабле. Тихо. А, окружили, помогите! Помогите! Не поможет. Блин, это жесть, а смотри, вот это там смертей сколько. А, быстрей. Ай, нет, спрыгивай. А, спрыгивай, хват. Блин, схватили меня. Уходим. Так, сразу сюда. А, да, смотри. Да блин, я теперь буду умирать на спауне постоянно, что ли. Так, смотри, может они уйдут все-таки? Да, добил меня. Ай. Профита щелкает только так. Блин, настроение отличное. Я победитель автоматически. Да? Финал. Вот это их там жесть. Так, пока он умочит того, я могу пробежать. Я пока не умираю. Помогите. Так, сюда. Есть, я убежал. Отлично. Нет, спавнись, они меня убивают. Ну все, гусанек, ты должен проиграть. А, окружили. Все. Блин, да никак. Когда они даже бегут не на большом расстоянии, они все равно убивают. И еще. Сколько уж можете по моему трупу толкаться? Если они не видят. Кто это там наверх залез? Так, кто наверх? Сейчас убивать буду. Все, он автоматически проигрыш. Все, запоминай никнейм, все. А кто там? Будет думать, что она на втором месте, не на последнем. На предпоследнем. Ну ладно. Ай. Мы договорились, ой, пацаны, нельзя. Да. А мы не зятькаем. Не зятькаете? Хе-хе-хе, хорошо. Да. Так. А их тут много! А как мне выйти? Есть, я оторвался, с толпы вырвался. Да беги, что ж ты стоишь? Ну вы специально подписываете, чтобы я умирал. Взял и застопорил. Я сам себя убил. Да? Это нормально, пацаны, это все хорошо. О, а если мы в конце взорвем ядерной бомбой, вылетит? Возможно, не. Да. Так. Сейчас еще чуть-чуть повыживаем, и ребята, будем их взрывать. Просто все-таки хочется уже победителя выявить. Дима, надо мне поскорее 200 киллов набрать. Давай, ты встань в толпу, ничего не делай, ты наберешь их быстро. Я, похоже, сейчас дом Гая догоню. Опа, сюда, отлично. Давай, иди сюда, идите. Так. А, блин, да ты смотри, я прям встретился с ними здесь, в коридорчике.
Уйти, да. Саня! Ушел. Все, умрем вместе. А, надо не ядерную бомбу. Я на неядерную. Сейчас, короче, ребята, мы их будем взрывать и подсчитывать убийства, у кого сколько смертей. С Гринвича надо, во! Во, давай, хотя, мне кажется, вылетит, но давай попробуем. Не, не вылетит, не вылетит. Ну давай тогда перед тем, как взорву, мы посчитаем голоса. Да, блин. Так, считаем. Давай. Больше всех 165 это у Думыча. На предпоследнем месте Флекс, а на первом месте... Кирилл Геймер. Кирилл Геймер, молодец. Наполовину красавчик. У меня ровно 100 смертей. Ты молодец. Хорошо ныкался. Да, да. Думочку. Так, вы где? Прощайте. А, и они меня убили еще. Они живы еще. Да, я вижу, я вижу. Не, ядерка мало наносит. Не-не-не, они не убиваются от ядерки. А мне не дают, сейчас подождите, я бомб накидаю много. Сейчас я их... И потом уже взорвем что-то другое, чтобы активировать эти бомбы. Во-во-во, ребята, прям в толпу их набрасываем. Я, короче, минирую всю карту. Давай. Доминирую все здесь. Вот туда побольше. И вот здесь вот. О, пошла взрывчатка. Кстати, у меня от взрыва полет сбился. Такое возможно вообще? Ой-ой-ой. Что-то они не умирают, пацаны. Не умирают. А у них, может, много хп. Не, ну какие-то умирают, да, я так понимаю? Или нет? Нет, они все умирают. Вот это жесть, и ядерка пошла. Ядерка все активирует. Они живы. А что, где мой админский пистолет? Нет, они живы. Где мой админский пистолет? Зато мы не живы. А ты смотри! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанек, Уга-Буга, Профит, Мистер Ликс, Пингвинус, Форум, Заварной Кофе. Пацаны, скажите веселые слова. Привет. Всем здорово. Всем привет. Всем доброго времени суток. Отлично настроение. Привет, веселые слова. Будем записывать то, что мы записывали много лет назад. Аниматроники гоняются за нами в цветном лабиринте. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, бегите, потому что они очень быстрые. Сейчас, если не будет никто умирать, я их буду ставить очень-очень много. Даже у вас кого-то будет лагать горизонт. Ого! Я только хотел сказать, кто первый умрет, плохо. А, ну все. Нет, я это, он не сказал тогда, когда я умер. Я понял. Поэтому ты бы тогда не умер, да? Да. Обязательно. Я думал, что ты по-любому бы умер, так что так. Так, ставим еще. Ну, на кофе я испугался. Эннард побежал. Ой-ой-ой, ну, кстати, очень быстро. Я вижу кровь, кто тут это... Ну все, это все сходится. Он бежит? А его он нету. Испугался. Ты не бойся, не бойся. Я сам испугался. А где он? Да блин. Ты... Так. Он не ловит этого его рота. Нету. Слышу, они, кстати, очень громкие звуки металла издают. Вот он побежал. Хорошо, если что, я просто спрыгну, когда он будет сюда подбегать. А вы стойте, смотрите на проходе, чтобы он резко не прибежал. Вот. Ой, еще один умер. О, блин, я думал, это аниматроник, а это ты испугался. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Если вы хотите с нами пообщаться и провести хорошо время, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Совершенно верно. Давайте тогда вот тут я их еще внизу поставлю. Балора пошла. Немножечко застреют. Ну я есть. Ой, такое, есть-то. Дима, надо застреют. Ой, я живой, смотрите, они меня скинули. А нет, перепутал. Вот так, видите? Я слышал, сзади. Вот вам и называется друзья. Сзади, уга-буга беги, в этом роде вы. А я спрашивал. Ой-ой-ой-ой, она за мной. Бежит, ребята. Куда вы бежите? Кстати, они реально как-то странно бегают. А нет, все-таки нормально они бегают. А, с двух сторон? Нет. А чё меня не убил сразу? Он остановился и стоит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да блин, да! Да блин, под ногами путай. Ой, Балора пошла. Извини. Ничего страшного, бывает такое. Так, ставим еще. Дурный кофе, поменяй. Вот это аниматроник очень классно бегает. Ого, не звуки! Окружили. О, я вижу уже веселье пошло, пацаны начинают сливаться, это хорошо. Я ни разу не умер, это хорошо. Зря ты это сказал, сейчас я их поставлю еще миллион штук.
Дима, а сегодня будет опять кто больше всего выживает? Да, конечно, мы же перезапустили как раз перед записью, никто не умирал. Посмотрим. Я один раз умер специально, скин поменять. Так, никого там нет. Ой, Дима, там бежит. Бежит, да, все, осторожно. Этот, Эннард бежит. Эннард, кстати, самый быстрый из всех аниматроников. Еще ставим, да? О, привет. Я специально его там поставил в толпу. Дима, я от страха В нажал. Дима, знаете, что происходило риск? Ой, да блин. Вот это веселье. Опа. Дима, знаешь что? Прибежал. Я знаю, кто я. Я знаю, можешь не говорить такие слова про меня, я уже догадываюсь. Ты крыскала риска. Бывает. Они, блин, поджидают на этих, на углах. Саня, не беги туда. Не бежать. Еще там ставлю, опасно, пацаны, еще. Надо ж много поставить, не надо, их. Нет. О, давайте мы не ставили этого. Ой, как-то он странный. Опа, бежал, побежал. Ой-ой-ой, он, кстати, очень быстрый. Ну я же сказал, что быстрый. Беги, профит. Ой-ой-ой-ой. Дима? Беги, заварной кофе. Ой, я вижу, заливается, пацаны. Пацаны, я еще ставлю. Еще ставлю. А меня Фредди убил, когда я заспавнился. Эннард побежал. Дима, они иногда не убивают, когда ты... Ну бывает такое, они же это... Они просто видят, кто слабый игрок, того и не убивают. Ой. Стоит, смотрите. Опа! Очень странно ведет себя, очень странно. Да ну, пацаны, не путайтесь под ногами, гусь! Все, он это, он застрял. Еще один. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, сюда. Дима, знаешь, как они? Как? Ой. А там бежит, а там Валора. А, Валора, отвали! Знаешь как, они стоят, короче, а потом, когда ты близко подходишь, они начинают ходить. Я знаю. Короче, они как крысы, их не слышно, вот. Еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще поставил, на. Я подписываюсь за ним, пацанов. Саня, ты меня застопил. Блин. Ай-яй-яй, блин. Так. Опа, они тут трутся. У них там дискотека, пацаны. Так, я вижу, кто-то летает на В, пацаны, не летайте. А! Кто? А мне показалось, что я посмотрю на записи, там будет видно, кто пролетел. Да не идет. И потом идет. Дима бан даст. О нет. Ой-ой-ой, они окружили меня. Был. А, бежит за мной Эннард, пацаны. Остановись. Кстати, их можно обманывать, когда за угол заходишь. Они у меня стенки застряли, они в стенку смотрят. Ничего страшного, все сегодня сольемся. Ой. Чау. Ой, я слышу, и все, я ухожу оттуда. Во, ребята, я нашел место, где они меня не будут убивать. Это очень классная штука. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй, Эннард, ну я тебя не боюсь, иди сюда. Ой. Ё-моё, хорошо, что я увидел. Я тебя просто предупредил. Так, гусанёк, я за тобой бегу. Ой-ой-ой, гусанёк. Красавчик. Так, пацаны, не идите там, Эннард. Хорошо, тебе поверю. Не, идем посмотрим, идемте, он сразу не убивает. В стенки бил, иди туда, иди. Бегает, скорее всего. Не надо. Иди, не бойся, иди. Это было классно. Класс. Все, иди. Все, не бежит. Возвращайся. Возвращаюсь. Иди, посмотри. Он не убьет тебя. Дима, не иди туда. У меня сгусанек. Бежи. Ну иди, не бойся. Бежи. Давай, форум, давай иди. Давай ты уже, я уже два раза был. Нет, ты не ходил. Там Эннард. Так, подойди Дима к нему. Дима хочет, знаете что, чтобы он был победителем. Конечно, да, ты угадал. О, кто-то поставил, так, не, нельзя спавнить ничего. За это мне главного администратора, пожалуйста. Так, бегут. Вы что делаете? Не, он застрял. Я вижу его. Так, давайте поставим. Вот, давайте поставим Циркус Бэби. Ой, не бей, Саня. Ой-ой-ой-ой, беги. А все, она остановилась. А все. Что делаешь? Ой, Дима, опять с тобой. Иди, не бойся, она не убивает. Циркус Бэби она не убивает, кстати, да, иди. Она застряла тут, ну как, она в стенку к нам бежит, но мы на высоте. Дима, заходи. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, с двух сторон. Смотри. Ой-ой-ой. Ой, уйди! Вот это веселье, да? Иди наверх иди. Не буду. Нет, там где перекрестие, у меня баг случился. Ничего страшного, тогда все. Двое стоит, Саня, смотри. Будешь забаганный. Смотри. Ой! Подними меня наверх. Как он меня не убил? Да как? Вы видели, я прям поцеловался с ним. Ой. Да блин, опять Диме повезло. Саня, поднимай. Нет, я живой. А! Да блин! Ой-ой-ой. Дима, знаешь, что было? Я, короче, прыгнул аниматронику на голову, и он меня не убивал. А потом убил, да?
Нет, нет, меня Саня потом просто... А я знаю, почему они криво здесь бегают. Надо было прописать команду на вгенерейт. Беги оттуда! Ну ничего, мы сейчас еще поставим. Меня буга-буга испугал. Буга-буга? Ты какой-то не убил. Иди, подойди к нему, иди. На альт-е, на альт-е. Я вас потерял, ребята. Так, здесь вот два аниматроника. О, да блин. Смотри, на голову устал и не умирает. Да как? Ой, и я. Слышишь, Дима? Они в стенку упираются и тут. Я знаю. Это прикольно. А как? Я побывал у нее в животе. Ой. Она меня съела. Ой, бежит. Дима, тебе дали мороженое по сюжету, если ты была у нее в животе? Не-не-не. О, здравствуй. Бежит. Ага. Да блин, окружил меня, зараза, а. Так, знаешь, я уже, Дима, что? Если 15 бы... поставил, еще ставлю. Слышишь, Дима, а если бы ты, она тебе дала мороженое, это было бы и грустно, и вкусно. Подставы. Согласен. Так, еще ставим. Побежал. Понахил. О! Буга-буга! Ты чё нарываешься? А чё они там делают? Ой. Саня, это уга-буга. Я видел. Афин, это всё, это форум. Чё он врёт? Ой-ой-ой. Я рядом пробежал, меня не убил. Кстати, возле них, если с шифтом бежать, они не убивают. О, Пингвинус, привет. Здорово. О, он сюда. Сюда, привет. Всё сюда. На, напрягу. Ого, их тут, их там трое штук, кстати, бегает. Где ты? Иди сюда. О. Смотри, в красном коридорчике. Ой! Блин, я не ожидал. Ой, Аня. Саня, пошли. Убей его. Так, еще ставлю. Тихо. Да, ребят, у нас, конечно, в канале... Чем вы расстрел делаете? Не убьет! Потому что он крысюк. Да блин! Он упал туда. А что я умираю один? Эй, да что я один умираю? Смотрите, кого я привел. Ну беги, раз ты привел, Ликс. Я буду. Ну ладно, сейчас еще один раз. Беги. Ой, он бежит, он бежит. Там Эннард бежит. Да я только спавнюсь, они меня убивают, крыс. Да, меня тоже. А я запрограммировал, чтобы кто-то убивали тебя. Иди туда, не бойся, иди. Уга-буга, иди, они не будут тебя убивать. Подстава. Гусенек, пошли. Пошли. Ой, тут еще один. Ой. Бежит! Все, остановился. Ой. Форум. Отлично. Спасибо. Отлично. Я за тобой. Пацаны сливаются. Иди. Ой. Дима, не надо. Нема никого, нету. Ой! Блин, сказали же, не надо. Ой. Они за каждым поворотом. Помогите! Да? Ё-моё, то я аж вспотел. Да смотри, что делают. Они просто на каждом повороте. Тут даже они. Я везде их доставил, пацаны. Ой-ой-ой, тут уже трое. Ну их 20 штук по карте бегает. 20-очка есть. От этих аниматроников я могу инфаркт словить, честно говоря. А чё, тебе они не нравятся? Да. Не, нравится, просто заходишь за угол, конечно, и всё, и убивают. Аниматроник за углом, сюда стоит. Так, посмотрим, пока у вас сколько смертей. Самое меньше у Профита, самое больше у мистера Ликса. Да. Это хорошо. Гусенёк, так что ты не на последнем месте? Да, я выиграл по смерти. Ты на предпоследнем. Молодец, так держать. Чё, ещё ставить? Ой, Дим, давай, ставь еще. Ну, еще? А можно. Давай. Давай, хорошо. Все, можно. Ой. Так, за кем он пойдет? Да нет! Нифига нам не трогайте, вы шо? Нет! Я выжил! На меня что ж за мной-то? А, не за мной. Извини, иди обратно. Ликс, там ты еще живешь. Иди вниз сюда. Беги. Видел, куда я упал. Я пришел. Ты. Ой. Запомните всю жизнь, что форум это крысюк. Я случайно говорю, побеги обратно, я тебя подниму. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы поддержите наш ролик лайкосиком за такие страдания, которые мы испытываем. Да. И за такую алдовую карту. Да. Отсюда, я тебе сказал. Ой. Ого. Ай, да чё? Кто стоит, ждёт. Нет, я не буду туда, ты меня скинешь.
У аптечка. О, здравствуйте. Он на аптечку. Ай-яй-яй. Их там просто жесть. Туда падать опасно, там они постоянно. Это какое-то страдание получилось. Кстати, аниматроники вроде как они тупят, да, на карте? Но при этом они офигенно убивают, весело. Беги. В смысле? Ого, их там. О, я случайно. Я тут буду стоять. Да, там опасно. Сейчас стоим, ждем. Тут никого нету, тут можно повыживать немножечко. Сейчас я проверю. Там никого нету? Я не вижу. Так, иди. Дима, у нас тут битва на пинках. Ничего. Ой, там это бегает. Главное, что, пацаны, это, чтоб вы умирали больше всех, тогда я не буду на последнем месте. Никого нету, все, он остановился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, блин, окружили нас! Фокси. Еще поют там. Да, не песни. Да смотри! Оставил на свою голову их, а? Ой, я тут с пингвином сам повыживаю. Эннер. Саня, ты чё? Саня воюет, короче. Саня нет, военный. Да он этого меня задолбал просто. Бежи! Стой, не стой! Беги! Пингвинус, извини. Мы пожертвовали твоей жизнью заради нас. Ой, застряли. Дима, ты его сюда привёл? Ой. Нет, он там стоит за углом круглого дома. Иди. Иди проверь. Не, я знаю, что он там. Иди ты проверь. Я тебе конфетку дам. Иди, гусаняк, проверь. Тут... А, вроде нет, он ушел. Там никого нет. Он ушел, да? А нет, есть. А я говорил, он врет. Да уходи отсюда. Да ну что вы там стопорите? Ну мы умрем сейчас. Я пытаюсь. Это веселье. Много людей. Тихо, мужики. Спокойно. Хватит бить. Что это за кипиш? Да не бей. Ты что, я тебе сейчас аниматроника поставлю. Спасибо. И сам нарвался. Так себе иногда. Все. Беги, Ликс, беги. Здесь я повыживаю. Я, кстати, все, вот эта нычка реально очень классная. Мне кажется, даже сюда из игроков никто не придет. Реально. Ой, кофе, беги. Здесь каждый поворот опасен. Да. Слишком опасен. Их напичкал очень... Ой, стоим здесь. Он меня не увидел. Я вижу, как пацаны сливают. Так, посмотрим, у кого сколько смертей. Профит пока есть на самом первом месте. Красавчик. Насюх. Да. Ой, там и там аниматроники, и там аниматроники. Дима, а слышу. Особенно на ловушке. Особенно на спавне. Пошли. Там двое. Вау, вот тут постоят. О, они ушли. Они же этот, понимают, пацаны серьезно. Да, они справа. Ой. Блин, тут реально можно испугаться жестко. Не-не-не-не-не, ты это, ну... Блин. Эти сбили, ну ё-моё. Чё меня бьёшь? Они везде. Мама, я боюсь. Чё, пацаны, еще ставить? Извини. Саня, не беги, Саня. Ой-ой-ой. Саня, я тебя предупреждал. Я тебе дал возможность жить. Ай! Не, это жесть. Вот это уже смертей все больше и больше. Я вижу, как пацаны сливаются. Ого. Ха-ха, постоянно смертей. Да, гусанёк, не убивай никого. Ты хочешь... Они меня убивают. Он плохой. Не, давайте, пацаны... Не, ну хотите убивать, ладно, чтобы был не на последнем месте. Убивайте друг друга, это будет весело. Это что? Ликс, сядь. Да ты тупой! Так, погоди. Угабуга, нечестно. Расстрел Угабуги. О, Угабуга, ты зря с пацанами так ругаешься. Это мне по лицу с ноги дали, ты расстреляли. Но я тебя ни разу не убил. Ой, помогите! Ой-ой-ой! О, здравствуй. Так, Алекс, стоим здесь. О, неси меня, неси. Идем к Диме покажемся. Привет. О, гусанёк, тебе не тяжело носить? Да не, нормально. Мы с ним хорошие друзья. Давай, гусь, ну, крепкий гусь. Ой, извиняюсь. Вы что, вдвоем слились? Это весело. Да. Все, стоим. Здесь хорошая тактика, если оттуда будет бежать. Я тебя один раз убью. Убежим. Дима, беги. Не, никого нету. Ой. Они там бегут. Не, нема никого. Ой, я... Куда я жмал? Жмал. Мы в ловушке. Ловушка-жакушка? Пацаны, вообще как вы думаете, у аниматроника вообще жизни есть у этих или нету? Есть, конечно. Давайте их будем мочить. Мочить его. Я, короче, пошел мочить их. Давай. Дима, тебя замочат, спорим? О, это спасибо тебе, что подсказал. Отлично. Вынес. Я хочу посмотреть. А! Да ну что ж ты делаешь? Давайте без взрывоопасных.
Извините, Дима, обстоятельства были. Я понял, за твои обстоятельства, конечно. Так, находим их, что-то я их не вижу. Смотри, как убивают нас, так они первые. Как их хочешь их замочить, они все попрятались. Дима, ты зачем мотивический пистолет взял? А да? Да вы что ж делаете? Ай, да ну ладно! Да ну, пацаны, вы вонючками гранатами своими кидаетесь. Ой. Из-за вонючек лагает. Давайте без вонючек. А, понял. Меня все залагало. Отлично. Обстоятельства. Ой. Куда тут? Впереди. Еще. Красиво они умирают. Звук такой классный издает, когда вздыхают. А, это смотри, не успел его убить. Вот это он быстрый. Я видел. На опережение ударил меня. Ого, что происходит? Нет, красиво. По красоте. Давай, бочи, тут Фокси. Давай, 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 давай. Вы где, вы где? А, понял. Так, а здесь? Слышу. На тебя. Классные звуки, когда они вздыхают. Дима, чем ты мочишь? Это одесский пистолет. Я тебе помогу. Это зачистка идет конкретная. Всех должны убить, всех. Да ну пифит. О, я знаю. А ты тоже меня убивал. А чё, мы проверим, умрут они или нет? Нет, они не умирают, кстати, от ядерки. Боль. Это очень странно. Дима. Я почувствовал пол, всё, я хотел их убить. Поехали отсюда. Ё-моё. А это кто взорвал? Это я. Да где ты мой? Я вижу эту бомбу. Вот это жизнь где тратится мгновенно. Я видел последнюю эту бомбу. Они живые еще! Они еще живые! Эй! Дима, не надо бомбу! Не, не, все, все, их бомба не берет. Не получилось. Я только до него добежал, у него бомба. Что это было? Пусть, ты что делаешь? Вина самая умная не возрождается. Ай-яй-яй-яй-яй. Да сколько ж можно их кидать, вы что гоните? Надо с Гредвичных бомб. Ай, так она должна денег. Стали машины из пепла ядерного огня. Гиборг-убийца. Посмотрим, у кого сколько смертей. Смотрите, самая больше смертей у Гусь Санька. Гусанек, ты на себя не похожий. 44. А, нет, забирай свои слова. У мистера Ликса 52, у Гусанька 44. А первое место занял у нас... Кто? Пингвинус. Пингвинус. Пингвинус, ты самое первое место занял. Ты красавчик в этом ролике. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Профит, Гусанек, Подлючка, Фриз, Сахар, Фрэнка, Кирилл Геймер. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Ой, салам алейкум, братья. Всем здравствуйте. С вами МЛТВ. Здравствуйте. Ребятушки, мы скачали карту магазин АТБ и будем сегодня выживать, угорать и веселиться. Сегодня у нас будет играть человек за аниматроника. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. 3, 2, 1, погнали. Кого Профит убьет первый, тот лох. Так, еще никого не убил. Засекаем время. Да что такое? Да, че? Сахар! Ну все, Сахар, бери аниматроника. Самое главное потом умирать, то хп много остается. Ну да, Профит все знает, он у нас профессионал уже. Он уже сколько раз записался. Так, тихо, тихо, тихо. Не пущу. Так что у нас получается, Сахар лох? Молодец! Не убьет, не убьет. Он реально хочет меня поймать, но это невозможно. Ты просто играешь с очень наигранным человеком. Я за ним бегаю. Кидай по нему хлебом, кидай. Бананами, на. Стома, стома им надо. На, рыбы, бананы, рыбы, поешь. Рыбы полиции, не убил, не убил, не убил. Кстати, ребята, когда аниматроник атакует, он останавливается. Главное что, подловить уметь. Ну видите, Профит убил мгновенно. Ну Профит профессионал просто. Ну конечно, я, он уже сколько роликов записал. Роликов, наверное, 20 или 30. А чё он стоит, Сахар? Ты чё стоишь? Давай, мочи. Он думает. Давайте сделаем так, чтобы он реально не мог никого убить. Вот это будет угар, всю серию будет нас ловить. Есть! Ой. Сахар убил, Фриза, красавчик, молодец. Я думал, все-таки он никого не убьет. Так. У нас опять два аниматроника или один? Один, один. Есть! Смотрите, что творится. Профит, ты че сливаешься? Ты же лучший игрок. Ладно, сейчас не буду. Дим, нужна тележка. О, давай, покатай меня в теле. Только тележка. Я ж боюсь. Ой, ой-ой-ой. У него троник бежит, беги, беги! Ой, я испугался. Еще бы чуть-чуть бы и убил пацанов.
Так, осторожно, осторожно. Он, это очень опасный аниматроник. Я не хочу умирать, Дима, давай ты. Нет! Да что меня вокруг пальца водить? Ты что не хочешь умирать? Ты уже умер. Да блин, там меня подперли сзади. Серьезно, я нажимал назад. Кто там сзади бегал? С бани, вонючий. Ты это, застрял в стенку. А я в стенку уперся? Мне ж надо кого-то обвинить. Гусанёк! Ты слился. А чё так быстро убил кого-то? Даже не дали мне кайфануть от того, чтоб я помочил пацанов. Я просто объяснил человеку, что у него много хп. Дима, покушай бананов. На бананы. Так, погнали. Ребята, когда вас убивают, килл просписывайте, и у вас сразу будет 100 хп. Тихо. Ой-ой-ой, страшно. Не бойся. Он тебя убьет тоже, не переживай. А я боюсь. Да кто меня подкусит? Да вы что, сговорили все? Стоит челик, опять меня подпирает. Хорошо, я опять аниматроник. Мне кажется, или Дима уже в следующих роликах будет просто кричать на нас. Да. Да вы подпираете меня, я теперь больше вам не... Эй, тележка меня по морде дал, мне жизни отнялись. Представляете, от телеги? Чего у вас за меня так бегал? Смотри, смерть. Отлично, ребята. Вот так надо мочить. Даже минуты не дают мне поубивать кого-то. Давай. Все, я теперь вообще не буду подпираться и смотреть, кто сзади бегает, чтобы уже больше не сливаться. В этом ролике я уже не должен умереть. Я теперь должен точно выживать. Я закупаюсь. Какой Санёчек? Ну ты что? Да я закупался. Ты закупался? Ну куда? Он молоко брал. Тихо. Побежал. Это у нас холодильник получается, наверное, или склад какой-то. Он же может по лестнице лазить, да? А ну где? И вот где холодильник, я на лестницу залез. Ты сможешь сюда подняться или нет? Все, пацаны, залазьте все. Он не сможет сюда залезть. Ой, блин, я упал. А он не зайдет сюда. Дима, иди сюда. Не зайдет. Быстрее. Есть. Тихо. Он залез. Ё-моё. А я опять залажу на ступеньки. Ты кто меня подпирает? Опа-па, молодец. Не смог убить, ребята, еще чуть-чуть. Эй, отвали! Бегите, пацаны, бегите! Да блин, это жесть! Он еще чуть-чуть бы убил. Я вообще не знаю, что меня не убил. Уже, блин, по мне вроде как дотронулся. А ну, Дима, иди сюда. Ой. Тихо, не подпирайте меня. Что тебе пробить? Водичку сладкую, пробить тебя на кассе. Не-не-не, иди ко мне на это. Где молоко? Вот он, этот псих. Вот он хочет убить всех. Не поддавайтесь ему, реально, вот теперь прям жестко будем убегать. А что делать, если страшно очень? Ну это что, трусы снимай? Не хочу, я вот это вы тут бардак выстроили, тут куча товара все валяется на полу. Ну а что? Ну это ж мы в аренду, да, Гусанёк, взяли? Да. Сколько аренда стоит АТБ? Ну, вроде 1000 гривен. Понял, все, я мясо купил себе. Можно товар брать бесплатно? Гусанёк, на попей. Так, Гусанёк еще никого, да, не убил? Нет, пока что. Эй, да как ты его... Вот это была жесть, представляете, не смог. Давай. А я буду здесь стоять на кассе. А мы с Димой смотрим, как они умирают. Да это же красота какая. Не, ну пока есть Гусанёк, сама дольше убивает. Мне кажется, профит быстрее даже вначале убил. Дима, давайте я воду пробьем. Посмотрим, антирекорд. Кто самый быстро убивает и кто самый медленно. А где он, пацаны? А вот он, Он на кассах. Пробитие. Есть пробитие. Красавчик. Фрэнка, ну давай. Покажи вещи. Погнали. Покажи мощь, давай, кабанчик. Все. Есть контакт. Ты что, так быстро? А все, теперь сахар. Сахар реально будет долго убивать. Сахар-лох. Сахар-лох. Прям сахарок какой-то получается. О, я буду вот так бегать. Смотрите, пацаны, где я бегаю. Мне надо было стоять его ПК. Красота! Есть! Ну все, сахар уже этот, нормально разыгрался. Перестань. Эх, блин, было бы классно допрыгнуть. Я наверх залажу. Все, отлично. А кто сейчас? Интересно, можно на люстру запрыгнуть? Пацаны, смотрите, где я. А это читер. О, Дима, смотри, где я. А это чит. Он убьет. Нет. А убьет, да? Да он коротышка, он тебя не достанет вообще.
А если достанет? Что вы на люстрах позабаковали? Давай сейчас проверим. Не, можно убить. Можно, можно на ящик как-то запрыгнуть и с ящика убить. Кирилл, убей Диму. Попробуй. Ну давай, попробуй меня убить. Видишь? Не, на самом деле можно убить. Ну давай. Видишь? А не, я думал убьет. Ручки короткие. Ой, иди. Стой. Ладно, я спрыгиваю, это нечестно, согласен. Убить не можно. Дима, сюда иди, знаешь, где можно? Сюда иди. Иду, иду. Смотри. Вот на холодильнике. А, я думал, я не на того смотрю. Ой, пошли сюда, Дим. Куда? А он там... Вот сюда, вот эту дверь. Идем, а там можно попасть сразу туда? А? О, это склад. Нет, директор. Это там охрана, наверное, сидит. Директор АТБ. Директор? А кто директор? Ты? Нет. А кто? Тот, кто займет первое место в этом ролике. Ой, обстоятельства. А он никого не убьет, ну что? Мне кажется, это тот случай, когда Кирилл Геймер не сможет никого убить. Вот прям сложно ему, вижу сразу ненаигранный. Эй, слазь! А как это? Слазь давай, эй! Ну вот тебе, на. Ну все. Все, фриз, давай, сливейшн. О, тут еще можно заныкаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А! Отвали, блин! Загородил путь! Блин, то помогите! Ах ты, зараза! Тихо, убегай, он стоит, он стоит. Так отвлеките его как-то, он стоит на входе! А ну, он на входе стоит! Все, я выманил, выманил, Дима, выманил. А, нет, там, да, он у меня, блин, он тут еще. Вы специально хотите, чтобы я слился, да? Да-да-да. Фрис. Профис, спасибо, что ты пожертвовал собой заради меня. Красавчик. Дима, мы тут тележку. Дима, тут тележку набрали. Ой, еще чуть-чуть и убил, да как он не убил? Тихо, а тихо, не психуй. Как, блин, почему ты не пробежал? Ты думал, что ты прочитаешь меня? Это нереально. Да. Опа. Да, я не понял. Опа-па. Ой, блин, опять телеги за спиной, надо быть внимательным. Есть. Ну, блин. А я поддался. Да, конечно. Знаешь, что такое? Три, два, один, погнали. Нет, только не меня. Да уйдите. Можете, вы, пожалуйста, больше продукты не брать, отлагает у меня. Да что? Сахара замочил, отлично. Мы тут это закупались, Дим, что ты его увидел? Ну, мы в конце ролика будем закупаться, будет у нас, ребята, тусовка ВТБ. Так что приходите, заходите с нами тусовки ВТБ проводить, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. И не забываем подписываться, ставить лайкосики, ролики выходят каждый день. Че, не бей, Саня, я тоже ложу. О, Дима, тебе дать мясо тут на полочке? Так, давай на кассу, короче, несите весь товар на кассу, будем все воровать. Ой, убрать. Стоп. Нет, ты упала. Я тоже решил. Сахар. Сахарок. Сахарлох. Ой, сахарок. Берите продукты физганом, а то там они лагают, когда их просто в руки берешь. Есть такое. Ай, стоп. Ой, я пошел отсюда, нельзя пацаны, как хотите. Кто продукты берет, лагает? Это я беру. Да все, хорош, пацаны. Да нам не хватит. В отделе. О, профит пришел. Отлично, отлично. Все, тут место, где он не может нас найти. Ой, нет, он нашел, я забыл. Посадку. Он смог найти нас, я вас обманул. Дим, нужно мое еще средство. Так, о, давай, давай. Это берет. На, попей. А можно мед, я меда возьму. Я прошел, он просто стоял. Почисти себе глотку. Эй, физганист, я сейчас тебя забаню. Беги. Саня, а можно мне сухарик? Так, я удалю дверь к директору. Если что, можно будет выбегать. Хорошо. Хорошо. Сахар, хватит спать. Ох, а что с сахаром? У него что, может у него пинг большой, не? Нет. Не, он именно стоит. Вот это мы тут срач навели. О, надо товар в тележку. Даю. Товар в тележку слаживать надо. Яички за 60 гривен. О, да нет. Ой, пришел! Ого, он тележку оттолкнул. Видели, какая у него мощь? Я это все собирал, на тебе пинка. Бананас. Дима, знаешь, он не может нас убить, давайте ему пинка давать. Давайте его монтировкой бить можно. Давай, за давай. За то, что такое фриз. Да бейте его, бейте. Медленный. На колени. Тихо, тихо, тихо. Бьем его, бьем! Он ничего мы сделать не может! Тупо его избивает. Представляете, он ничего сделать там не может. Есть, Фрэнка! Да. Ну, Фрэнка! Ну, кабанчик, ну зачем? Я хочу играть по-нормальному, идите. Все, я наверх залажу. Я буду наверху здесь тусоваться. Тут самое прикольное, кстати. А я пойду к директору.
Вот, бежит аниматроник. Дима, ты оптом? Есть! Кирилл Геймер! Красавчик, слился! Полумолодец! Дима, ты на складе это продукты оптом берешь? Нет, в розницу. В розницу? Да. Двери все закрыты, нельзя, да, никак зайти? У меня аниматроник вот, Дима, не берется. Дима, видишь, что для тебя вход только, иди сюда. Идем. Вот сюда, вот сзади. Вход только для персонала. Ай, спасибо, у меня такая комната большая. Так, да, подожди, где аниматроник бегает вообще? Да у меня аниматроник, вот все. А он в складе. Ой, не, не надо трогать. Где, он там убивает. Ой. Да вы что? Опа-опа, бежит псих. Опа-па. Опа, да пуси. Не что ты на пути, Дима, ну что ты... я специально так делаю. Он меня не убьет. Я обычно умираю, когда я, блин, упираюсь задним ходом куда-то. Майкл Джексон в молодости. Да. Сделай лунную походку. А можно через быльца перепрыгнуть? О, отлично, можно через быльца перепрыгивать. Все. О! Нет, здорово. Дима, знаешь, куда можно? Сюда идти, ко мне. Да не, ой-ой-ой, профит, вот это ты сальтуку. А говорит, ла сальто делать не умеешь, смотри, как красиво. Так нечестно. Ой. Да всё, мои... Ой-ой-ой, псих. Да не трогайте продукты, пожалуйста. Вот это мы сразу построили. Поэтому я раскидываю. Надо взять пистолетом по ней стрелять, они будут разлетаться. Ой, Сонечка. О, где РПГ моё? РПГ. Вам, все разлетелось. Вот это бы сейчас срачельник тут, ребята. Отрикошетила базука, вы че? Нифига себе, такое возможно? О, где граната? Гранаты тоже можно разбрасывать. Он здесь? Беги, Дима. Он меня не убьет. Там пилота, если ты будешь стоять. Че ты юзаешь, Дима? Граната! А я разбрасываю товар, максимально много товара бросаю. Нам же дали в аренду, мы можем что угодно делать. Я не буду жить, когда прибью назад. Уго, тележку залетела аж сюда. Можно? Ой-ой-ой, как отлетело. Дима, вот тебе фейри. Да? Все, отлажи. Будем аниматронику потом ноги мыть. Давай. Какого там плача? Никого убить не может. Никого. А что там для флешки? Так, если сейчас Фрэнка еще никого не сможет убить... А, это кто сейчас, Гусаняк? Это Гусанёк. Гусаняк, если ты в течение минуты никого не сможешь убить, ты будешь проигравшим в этой серии. Ты из всех сама дольше убиваешь. Будет же, должен же быть ролик, ребята, тогда, когда Гусанёк не выигрывает, а проигрывает. Ну, да. Пацаны, специально не поддавайтесь ему, никто. Я хотел, чтобы он проиграл в этой серии. Блин, да ну Гусанёк, ну профит, ну ты специально. Нет, не специально. Давайте чистоту наведем. Давайте последний раунд сейчас будет. Наведем чистоту. Давай. Да. Давай. Устроили. О, чисто. Все, это мы наняли этот клининг. Все поубирали нам. Все, теперь хорошо. Два, три. Я выхожу. Все, давай. Если ты в течение двух минут никого не убиваешь, ты будешь проигравшим. Хорошо. А если ты убьешь кого-то в течение двух минут, то будет Гусанёк проигравший. Хоть кто-то должен проиграть. Да я мой. Закрывай дверь. Фрэнка, ко мне. Ой-ой-ой, началось, а вы чё? Вы ж мы свои, вы чё делаете? Не, давайте так реально не делать, потому что мешает уже. Ну да, мы просто проиграем. Я тут вещи свои оставил в шкафчиках. А как да? Меня он хочет убить? Как же он хочет меня убить? Но это невозможно. Делаем фотосессию, пацаны. Да как? А вот так вот. Ты бы знал. Да почему? Где мы? Они там в холодильнике все, открывай двери, они там все. А ну быстрее. Мы закрылись. А я с ноги сижу. Закрывайте его там. Нет, куда вы меня закрыли? Я не хотел, я не хотел. Ладно, хотел. Чего ты хотел? Ой. Да, убил. Да, а вы увидите, он случайно меня убил, это он наперед просчитал, что я там буду проходить. Да, я это на одну полку позже. Так, давайте посмотрим, кто больше всех умер вообще. Я вообще не умер. Кирилл Геймер. Ну вот так если разобраться, ты больше всех умер раз. Так я еще килл прописывал, менял себе хп. Ну все, а ты прописывал, за чего себе менял хп? Из-за того, что ты был аниматроником. Все сходится. Аниматроником, да. Ну все. Все нормально. А меньше всех смертей у подлючки? Да. Подлючка, ты занял первое место, Кирилл Геймер последнее. Второе место занял
Фрэнка. Фрэнка. А третье место... Профит. Я. И Фриз. Ну все, пацаны, победила дружба, да? Да, как всегда. Победила дружба. Если вам понравилась эта серия, и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, и всем пока. Гарри Смот, как всегда, залагал.